как воспарил Микола. Вознесся! Время теперь мое. Чувствую это. Знаю. Недаром судьба сохранила мне жизнь среди невиданных лишений и смертей. Черта лысого запрягу! Все осилю. Лишь бы все по-новому стало. Лишь бы сам человек обновился и город солнца обрел. Покажись, город солнца, в нашинских палестинах. Проступи сквозь кровавое марево. Просвещенный, свободный и милосердный. Так это же ты, Херсон, не Россия и не Европа, вишневая косточка, голая пристань моя. Моя цесарка, моя красотка. А наши малышки еще почивают. Невинные пташки заботы не знают. Пусть выспятся дочки, чтоб снова до ночки в садочке порхать, щебетать. Ах, папенька, ах, маменька, чудесный, словно вестник небесный, явился мне Валя Чермовый, такой кудрявый чернобровый, Валя Червей. Мужчины им снятся. Боятся бедняжки в девицах остаться. Куда подевались журбицы и танцы? В Херсоне остались одни голограммы. И прямьте уж замуж, всех вас выйдет замуж. Всех вас выйдет замуж, и прямьте уж замуж. Здравствуй, Саватий. Здравствуйте, мои хорошие. Дядя Малахий пришел! Дядя Малахий пришел! Шо, Малахий, видишь, угрюма, всегда мы рады приходу ума. Тяжелая дума меня одолела, служить письмоносцем последнее дело. Нет горше кручины, чем людям безвинным повестки вручать гранчека. Вот и тебе повестка пришла. Что это гибельная мука, это дуло у виска. Это что еще за штука? Что такое Кравченко? Это новая наука. Наш оплот, наша крепость на века. Выходи вперед без кошки, чтоб земной пустой и дрой был ты Библии заложник. Народ, признайте, Кравчук!
попал, само чтоб никто залазить не мог. А это, дружик, тебе печать, печатью документы надо скреплять. Ну, а если того провокации скрытых врагов прогресса, вот тебе наглядная агитация, СМИ и это. Хлопцы, а где же брошюры? Эх, мать твою, чуть не забыли. Никто на брошюру учти для культуры, а не для того, чтобы их раскурили. В общем, товарищ Глинин, Вова! Да будет пугать, не чужая ж земля. А что за пазухой у Куркуля? А что на уме у Херсонского жлоба? Ситуации больше не застыли, все вокруг подлежит регистрации, регистрации и конфискации. Подлежит регистрации, подлежит конфискации. Стонет, стонет. Подлежит регистрации. Стонет, стонет. Подлежит конфискации. Стонет, стонет. Каждая божья душа. Твое воскрешение, не навлечь на себя подозрением, нужно молча сносить притеснением. Нужно долго терпение, нужно долго терпение. Прячься, прячься. Нужно долго терпение. Прячься, прячься. Нужно долго терпение. Прячься, прячься. И существует не беша. Если повестка получена, а уж если повестка получена, не отстанут, загубят, замучают, не отстанут, загубят, замучают, загубят, замучают, загубят, замучают, страшно, страшно, загубят, замучают, страшно, страшно, загубят, замучают, страшно, страшно, там за тюремной стеной. Не дождаться события, кто попал комиссаром победия, кто попал комиссаром победия, тот уже не вернет за тобой. Не дождаться события, тот уже не вернет за тобой. Так, Узко Саватий Савельич, украинец, женат, из мещан? Из трудящихся мещан. Дедушка мой бендюжником был, пролетарием ломового труда. И битюг его по кличке Сознательный еще при батюшке Александре II околоточного Ушкарева легнул, предвкушая победу пролетариата. Анкету сами заполняли? Сам, а что такое? Хорошо, если сами. Безграмотности и невежества враги революции. Бороться с ними будем. Здесь ведь как в херсонских степях наших. Как? Сонное царство. Времени люди не чуют. Только и пекутся о корыте своем. Боятся нас. И это да. А не надо бояться. Мы ведь зла не хотим. Мы хотим, чтобы люди жили по-человечески. Чтобы каждый в каждом человека признал. Любовь и сострадание к ближнему – первейшая заповедь социализма. Разве это плохо? И это да. Что да, плохо? Да не. Не то, чтобы это было так уже вообще. И не то, чтобы так уж, ей-богу. Что-то я не понимаю, что вы говорите. Кто я? Да. А я ничего не говорю. А почему? Что почему? Почему не говорите? Не верите мне? Почему не верю? Вы же сами знаете, как положено. А мы уж не те, что, к примеру, какие-то не такие, какие не надо, или еще какие-нибудь, зачем это вам? Во. Дети у вас есть? А как же? 7 дочерей, 7 голубиц у нас. Стеклицей и Семенной. Перечислите. Пожалуйста. Устенька, Настенька, Пистенька, Христенька, Хростенька, Анисенька и Актисенька. Пожалуйста, называйте членов семьи полными именами. Необходимо для регистрации. Это пожалуйста. Устенька стала быть Устинья, так? Так. Настенька Анастасия, так? Так. Нет. Настенька Анастасия. Анастасия. Дальше кто у вас? Дальше у нас Пистенька. Пистимия, что ли? Не. Евпистимия, Пистенька. Евпистимия. Христенька. Христинья. Христинья. Хростенька. Хростинья? Не. Хростенька Ефросинья. Анисенька Анисинья. Нет, Анисенька Анисья. Ахтисенька. Ахтисья, так? Нет, ее не так.
Дайте сначала начать. Пожалуйста. Устенька, Устинья, Настенька, Анастасия, Пистенька, Пистенья, не Евпистенья, Пистенька, Христенька, Христенья, Гвоздинька, Евпрасинья, Анисенька, Анися, Актисенька, Актисенька, Актисенька. Актисенька, 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 дозвольте мне еще разок. Дай Бог памяти, Господи. Устенька, 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 Анастасия, Устенька, Пистенька, Евпистенька, Пистенька, Христенька, 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 дозвольте сначала начать. Устенька, Устинья, Настенька, Анастасия, Пистенька, Пистенья, Ня, Евпистенья, Пистенька, Христенька, Христенья, Гростенька, Евпросинья, Анисенька, Анися, Актисенька, Актисенька, Актисенька. Хватит, сволочь такая, старалась учению нам. Комиссару супостату я сказал, послушай, брат. Отпусти в родную хату, я ни в чем, я ни в чем, я ни в чем не виноват. Папанька, вернулся! Отпустил, и вот это дал с собой. Что это? Расчури это. Расчури дал он мне. Пролетарии, всех стран, соединяйтесь. Фи, какое неприличие. Неприличие это когда с картинками. Ага. Дура ты, Устенька. Выходит, откупился ты, кум. Так и что? А может, согласие дал стать агентом Гранчики? Так и что? Нам ту ж со знайся по-родственному. Можно ли тебе доверять отныне? Да что ты, чтоб кум кому-то не доверял, да? А при новых-то порядках и не такое возможно. Любовь и сострадание к ближнему, главная заповедь христианская, отменяется. Ну что говори, ежели они женщин надумали национализировать. А вот так это. Все женщины и девицы поступают в распоряжение государственных органов. Ой, да неужто теперь и органы государственными будут? Глупости не бывать этому. Вот так-то, Пистенька, не бывать. А ты уж размечталась. Бывать, бывать, мои хорошие, сам читал. А печатному слову мне доверие полное. А я себя национализировать не дам. И я не дам. И я не дам. Умница, Настенька, умница. Дура! Что с тобой, Христенька? Ушлепчика, клятву Христенька дала. Не трут, пока не уйдут большевики. Не трут, пока не уйдут большевики. Ни черта не пойму. Если за нами придут, пусть меня первую национализируют. Ой! Ой, а теперь у нас такая трагическая мученица, такая.
задумка имеется? Знак протеста? Какая задумка-то? Я замуроваться решил. Место у вас тут подходящее. Я в нишу войду, а вы меня сверху кирпичами закроете. Как же, Малахим Минеевич, ты что же, совсем выходить не будешь? Совсем. Да, может, пообедаешь? Не, мне теперь духовная пища нужна. Вот почитать что-нибудь дайте. Я там лампадочку зажгу и буковки складывать буду. Да что мне почитать-то, для чего не прилагаю? Брошюры! Брошюры! Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. Пролетарії всіх стран, не найти вам дурака, що отдал би свой жупан за понюшку табака. Я святой! Не может Вера Афанасьевич в храме наук на доктора учится. Зачем ему сюда возвращаться? Опять у тебя, Устинька, любовные галлюцинации. Какой дура ты, Устинька! Просто ты нам, хорошеньким девушкам, завидуешь. Совсем не то остаться, не замуроваться, не замуроваться. Кто нас избавит, господа, от этой драмы? Кто восстановит, и когда седые храмы? Несется дикая орда двумя сухами, и все погибло. Без суда и без следа! О, ясницы! Позвольте пожать вашу мужественную руку! Ось не пожмешь! Ну, в таком случае, мученику! От мученика! А на Хрещатике весны как не бывало, как не бывал, как не бывал. И мы бежать обречены, куда попало, куда попало, куда попало. Кто нас избавит, господа, от этой драмы? Да восстановит ты, когда
пресеклися, по такому случаю режь петуха. А почему ж не зарезать? Зарежем. На казачки все пеком, за петухом. Вверх пойдите нас, мы уходим для того, чтоб зарезать хоть кого, исключительно для вас. Чтоб зарезать хоть кого, исключительно для вас. Одинок, одинок, одинок я. Ох. Нет, Савадий Савельевич, это не выход. А вы знаете выход, Пьер Афанасьич? Аут Винцере, аут море. Это что? Победить или умереть? Нет, это не для нас. Сами посадите. Мало того, что я теперь у Гранчики на заметке, так еще и Маргаритка на нелегальном положении в подполье. Только по ночам выходит свежим воздухом подышать. Сами посудите. Ну что ж, тогда эмиграция. Европа. Хотите Европу? Избави Бог. Я помню, в 13-м году поехал в Одессу. Так чуть не окочурился там от тоски по родине. Ну, тогда вы бы в деревню сбежали. К свояку своему. А, к свояку, а куда там к свояку? Он в коммунию записался. В коммунию записался и как выпьет полкварты самогону, заставляет жену азбуку коммунизма ему читать. Да, сонное царство, херсонская наша степь. А невежество народа нашего, главное орудие большевизма. Это да. Доме Саватия, шатия, братья, не разобрать ее, братья, братья. Вот большевики тоже про невежество толкуют. Дескать, будут бороться с ним. Утопия. Культура и диктатура – понятия несочетаемые. Так может быть, советская власть скоро кончится? Может быть, доживем до культурных времен? Видели ли, Савватий Савельевич? Лично я верю в советскую власть. Верите? Верю, ибо это нелепо. Ваша дорогочка. Доме Саватия, шатия, братья, не разобрать ее, братья, братья. Служить пробовал, не могу. В канцеляриях в шапках сидят. А начальников сколько у них, при царе столько не было. И каждый тебя товарищем обзывается. Что? Как быть, Пьер Афанасьич? Как жить дальше? Успокоиться надо. Успокоиться. Сядь и стоять. Памятники уж на что спокойно стояли. И те посбрасывали. А вы не так стоите. Вы стойте так. Будто бы вы тоже за революцию и за диктатуру пролетариата! Товарищи! Где? Товарищи! Кто писал Карл Маркс? Карл Маркс писал, что трудный капитал – это трудный капитал! И я давно за это! И вы за это! И вы! И вы за это! Только вы этого еще не понимаете, Савватий Савельевич! Лучший руль жизни – это наш язык! С ним можно любую революцию переплыть и в партию вступить! И кого угодно убедить, что вы – это не вы! А для этого повесьте вверх красные флаги, портреты вождей, лозунги, где только можно! Успокойтесь, ради бога, господи! Кошка у вас есть? Кошка есть. Вот у нее красный бант на тебе! Вера Афанасьевич, вы же даже Бог убить, вы же даже Бог убить, и вы так громко... Общий там, возьми обывателя и выведи на чистую воду, чтоб на примере его показательно раскрыть глаза трудовому народу, раскрыть глаза трудовому народу. Нет.
сане, оглохли никак. Провор не надо дверь открывать. Товарищ Микола из Грамчика будет у вас квартировать. Входи, Микола, не робей. Извините за старт. Я Куліш Микола Гурич. Вот ордер от секции комонхоза. Постараюсь вас не стеснить. Зачем же стесняться? Не те времена. Вдобавок жил площади здесь. Да хрена! А, старый знакомый. А? Ну как, вспомнили, как седьмую-то дочку зовут, а? Нет. Да что же это? Господи, господи, да что же это, господи, да что же это такое, господи, 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 господи. Ну, вспомнил, как седьмую-то дочку зовут? Вихрь враждебный, лёд над нами, земли растилы нас злобно гнетут. Зачем все скрипит он? Ну что за вопросы? Доносы строчит он, доносы, доносы на нас в Грамчика. Подслушивать он прислан к нам, высматривать, выведывать. А все от того, что тогда позабыл ты, что нашу актисеньку зовут Феоктиста. У них сам себя позабудешь, сам себя не признаешь. Того гляди они декретом, людей лишат имен церковных. Зачем лишат? А затем, чтобы все назывались по-ихнему Розами да Карлами, а все ты виновата. А почему я? Виноват, да ты! Семь штук навела, семь девок в доме. Вот и помни их теперь, регистрируй. А ты не виноват. Пусть Бог посылает, говорил. Да я лишь об одном мечтал. Мечтал, чтоб сына Бог послал. Чтоб сына Бог хоть раз послал. Чего тебе? Кум, поговори со мной. А? Отстань, читаю я. Читай. Ай, красота так. Маргаритка-то одна. Про Маргаритку-то все забыли. Ой, горе-то горе. Маргаритка, девонька моя, Маргаритка! Маргаритка, цветочек ты вырос. Пьер, я хочу... Что это?
Это сестрицы во сне стонут. У них это еще до революции началось. Заснул, кажется. По-сонному дышит. Если что, я зашел случайно. Шел по улице, услышал обморочный стон. Но подумал, не умер ли кто скоропостижно. Но и, будучи красным студентом-медиком, зашел. Пьер, я хочу вам сказать, как врачу, дайте папеньки микстуры от советской диктатуры. Ах, Машер, видит Бог, я и сам занемог, обреченный на мучения, ожидаю весенья. Но поверьте, поверьте, что выхода нет. Нас до смерти преследует бред. Лишь безумно сердце бьется, чтобы жить, пока живется. Ну, придумайте мне что-нибудь, что-нибудь. Посмотрите, моя разрывается грудь. Если выход вы найдете, если папеньку спасете, вам за это награжу. Выхода нет. Все вам отдал я. Выхода нет. Подыщи. Подыщи, Маргаритка. Подыщи свежим воздухом. Вот ведь скотина, а тоже дышать хочет. Одна у нас с тобой судьба. Душа ты моя нелегальная. Одна злая доля. Вот Пьер Афанасьич притвориться советует. А ты сможешь притвориться? И я нет. Нет. Не столкуемся мы с комиссарами. Тихо скрипнула калитка, кто-то шарит по углам. Ты не бойся, Маргаритка, я тебя властям не сдам. Слезы горькие роняя, я калитку затворю. Спи спокойно, баю-баю, баю-баю, хрю-хрю-хрю. Спи, Маргарита, спи, радости моя, рыба ты моя. Ты моя золотая, птица ты моя.
нас с тобой судьба. Одна злая доля. Доброе утро, Савватий Савельич. Доброе утро. Я вижу, вас кошмары мучают. Нет, это я так. Ей-богу. Вы не думаете. Да чего не думать-то? Думать, оно ведь никогда не вредно. Это он правильно сказал. А ты молчи, кум. Замуровался там за каменной стеной и молчи. Это вы там за каменной стеной. А у меня здесь полная свобода. Господи, что ли делать? Ой, кум. Кум. Кум, не молчи. Кум, не молчи, скажи, что делать. Маргаритку отдай. Тут берут, хуже будет. Маргаритка. Да, да я ж тебя за Маргаритку как двину. Ну, двинь, двинь, попробуй. Савватий Савельич, поговорить бы нам надо, а? Не, не надо. Да надо, надо. Не надо. Ну, нельзя так дальше жить, понимаете? Нельзя. Вернусь со службы, поговорим. Нет. Как зовут-то? Гуська Савватий Савельич. Да не вас. Свинку-то как зовут? А? Ее мрамор не вспомнил. Вернусь, поговори. Ой, горе. Ой, горе. Ой, горе. Ой, Маргарита, ты что делаешь? Доме Савватия, братья, братья, разобрать ее, братья, братья. Странные слады вы за впечатление, за ночь не спрятали. Усенька, Настенька, Пистенька, Крыстенька, Хростенька, Анисенька, Ахисенька, 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 Ахисенька. Я сестрицы не стану таиться, кажется, мною балет увлечен. Но не пойму, это я или сон, это я или сон, это я или сон. Вихри враждебные, вихри враждебные! Кто нас слышит ясным утром, слухи разницы? Вихри враждебные! Кто нас на сердце смутят, от кошмарных свечей? Вихри враждебные, вихри враждебные! С точки зрения эпохи вы! Вихри враждебные, вихри враждебные! Впечатлением. Вроде как ты здесь баклуши бьешь. Почему до сих пор не даешь процент прозревшего населения? Вам бы, хлопцы, наотмашь все сразу. Я ж с населением беседы веду. Местную я изучаю среду, изучаю среду, изучаю среду. Эту мелкобуржуазную заразу! Несмотря на зловредные сны, я придумал просверлить дырочку. Зачем? Зачем еще дырочку? Чтобы подглядывать, что он там делает, что пишет и даже что думает. Да не надо, Савасик, так хоть он нас не видит, а то ведь тоже начнет подглядывать. Не сможет он подглядывать, дырочка-то будет с нашей стороны. Да как же ты, Савасик, не понимаешь, что дырочка, она с обеих сторон дырочка. Но есть же дырочки и с одной стороны, к примеру, ухо. Чушь! А бред! Мы просверлим дырочку с нашей стороны. Маленькую дырочку с нашей стороны. А с его стороны...
нельзя. Это не выход. Вот вы все рассуждаете, Пьер Афанасьевич, а сами, между прочим, тоже выхода не знаете. Да я не знаю. Пьера не знает. Папенька, вы не обижайте Пьера, а то он нас не спасет. А, спасите нас, Пьер Афанасьевич. Спасите нас, Пьер Афанасьевич, что нас не спасает. Вы видели этого болтуна? А мы проскали в дырочку с нашей стороны. Маленькую дырочку с нашей стороны, а с его стороны, а с его стороны, а с его стороны будем мы не видны. Я протестую! Вы всех нас погубите! Такого террора нам никто не простит! Это я устраиваю террор? Это мне устраивает террор! Молчите! Микробы! Маманька! Инфузория! Отрекитесь от старого мира! Хватит чавкать над коридом своим! Да что я говорю? Ухожу я от вас! Ухожу! Куда? Вижу тебя! Даль голубого социализму! Обладая к врагу нетерпимостью, продиктованной необходимостью, нужно всех истребить убивателей ради счастья мечтателей, ради счастья мечтателей, ради счастья, ради братства и равенства нужно срочно от микробов избавиться. Эй, микробы, хватит людей заражать! Переполнена чаша терпения, человечество ждет избавления, и поэтому без промедления я готов светлый путь указать. Я готов светлый путь указать. Это он. Так погиб Руска. Это я. О. Действующие лица. За или против действующие?
А, ну, конечно же, против. Зачем доносить на тех, кто за? Гуська, Саватий Савельич, опять я. Секлетея Семеновна, его жена. Еду я. Устенька. Я. Настенька. Я. Истенька. Я. Христенька. Гростенька. Я. Анисенька. Я. Артисенька. Я. Мы все здесь. Мы все здесь. А я, меня, нет. Прощайте. Ошибаетесь, Пир Афанасьич. Вы тоже здесь фигурируете. Кондратенко Пьер. Бывший студент. Читать их некому. Это правда. Здесь пока некому. А знаете почему? Потому что не люди вокруг, а микроорганизмы. Ты к ним с идеей, они от тебя шарахаются. Счастья своего не понимают. И это правда. Пока не понимают. А знаете почему? Не знаю. Да потому что буковки у нас слишком маленькие. Заглавных буквок гораздо меньше, чем прописных. Лично проверял. О, я вижу, тоже неправильно пишете. Разборчивый надо писать, тогда и главный вопрос решим. Это какой же вопрос? Вопрос?
немедленной реформы человека. Ух ты! Так-таки и немедленно. А вот так это. Медлить-то нельзя. Скажите, согласны ли вы, что нужно как можно скорее превратить город Херсон в город солнца? Ну, вообще-то. А как это сделать? А? Как? А, вот я знаю. У два приема. Во-первых, нужно составить список лиц, достойных великой любви и великого обновления. Так, а во-вторых? Во-вторых, составить список лиц, состоящих в заговоре против солнца и других прогрессивных небесных тел. Интересно. И кто же будет решать, кого в первый список, а кого во второй? А? Кто? Комитет. Комитет усиления Красного управления. Сокращенно КУКУ. КУКУ? КУКУ. Председателем предлагаю себя. Ибо моя кристальность у меня всяких подозрений. КУКУ. Товарищ! Товарищ, погодите! Эй, товарищ! Да вы сами-то кто будете? Сам я буду Малахи Миновит стаканчик. Очень приятно познакомиться, товарищ стаканчик. Проклятом прошлом письмо носит, а в настоящем реформатор. Что ж вы делаете, товарищ стаканчик? Подните на меня сейчас же! Реформатор проклятым прошлым был стаканчик. Пойдите на мой стаканчик, лодите оттуда! Прощай, стаканчик, здравствуй, сокол, советской солнечной системы. Нет, не так, народный нарком. Народным комиссаром помазался я, народным комиссаром. Народный нарком Малахи солнечной системы. Не так, а лучше так. Народный Малахи скобка нарком. Вот я кто, буду в скобках. Сокращен на нормах, нормах. Ку-ку, не так. Ку-ку, не так. Сокращен на нормах, норм. Ну дела! Нормах, норм. Ой-ой-ой! Первый! Хлопцы! Первый! Хлопцы! Первый! Все сюда! Все сюда! Самый! Главный. Вы только не волнуйтесь, товарищ Мономах, мы сейчас все устроим. А? Вы где живете? Проживаете-то вы где? Да там же, где и вы, в сумасшедшем доме. Здравствуйте, товарищи. Разве вы еще не поняли, что у кума моего куски собатья? Самый настоящий сумасшедший дом, сумасшедший закуток, сокращенно Сумзак, Сумзак. Как-как? Сумзак. Не собатья, шатья, братья, не разобрать ее, брать ее, брать ее. Хлопцы, да что ж вы его слушаете? Он же того, что ж вы не видите, а?
ты погоди, не мешай дело, он говорит. Кстати, попрошу выдать мне справку. Так, 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 так. Что является родственником моего кума. Так, 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 так. И я ничего к нему не имею. Сильно товарищ, видать, пострадал. Хлопцы, рассудок ведь он потерял. Слово свое не сказал я пока еще. Алло, барышня, соедините меня с пролетарским Олимпом. Эй, товарищ Луначарский, Нарвахнар, Нарвахнар говорит. Здесь у нас один писатель, сам не знает, что творит. Чистка вам нужна! Чистка! Вселенская! Ухожу я в центральные органы, ухожу за крутыми реформами, ухожу за порядками твердыми. Yeah.
было не узнать, что вы даже не дурак, не хотел с тобой гулять, что мы все кому не лень, говорили, ой-ой-ой, ну какие парень такой, прошла базарный день. Я рассчитывал, что вы проведете нас через скалы и пропасти большевизма, а вместо этого вы над моим домом повесили красный фонарь терпимости. Уходите, Пьер Афанасьич, оставьте нас. Это как раз в тот момент, когда я напряженно ищу путь к спасению. Все. Я ухожу. Пьер Афанасьич! Все. Я уже почти ушел. А вот почти не считается. Герой, я выгнать жениха не дам. Он последний. Credo qui absurdum, o argumentum baculinum. O alma mater, i ad ei absurdum, a priori arbiter svilutum. Кто нас избавит, господа, от этой драмы? Кто восстановит, и когда седые храмы? Несется дикая орда, глумятся хамы, и все погибло без суда и без следа. Чем печки топить? Микола, не время шутки шутить. Мы ж не из личного интереса. Мы с точки зрения широких масс. Ко мне, значит, массы направили вас. Смотри, Микола, оторвешься от почвы. Откуда в тебе интеллигентская блажь? Отстаньте, я пьесу должен закончить. Не пьесу, а лозунги массам втемяшь. Чтоб заучили... Как отче наш! Да вот они, где у людей ваши лозунги! Только и слышишь массы, массы! А ты пойди полюби человека, каков он есть! Со всей ее дрянью, что сидит в нем извечно! Не могу я здесь больше оставаться! Ну, плохой из меня регистратор! Пришлите кого-нибудь другого, а я в Харьков уеду! Отпустите меня! Поймите меня! Услышьте меня! Ну вот что! Еще не закончился бой! Отставить, боец, рецидивы нытья, а пьесу твою мы уносили с собой на проверку классового чутья.
Ну что с тебя взять? Херсон не Россия и не Европа, вишневая косточка, голая пристань моя. В этой тихой стороне не сойти с ума бы мне. Хоть пиши, хоть не пиши, не найти живой души. Здесь по выжженным степям, по ухабам и камням пролегает колея векового забытья. Сколько денег колобродят в пустоте ночной, словно чья-то жизнь уходит за предел земной. Словно соглядатой лик луны щербатой надо мной. Разума свет проясни мою речь. Дай мне слово так жить. Дай мне слово так меч. В этой тихой стороне не сойти с ума бы мне. К бедной родине моей, к бедной родине моей. Прощаться. Убить я тебя не могу, скрывать тем более. Ты пойми, Маргаритка, что град чека — это не просто чека.
Это большая чека в переводе с французского. Чека-то большая, а мы с тобой маленькие. Сдавать так сдавать. Микола Горич! Извиняюсь. Микола Горич, товарищ Кулиш, я согласен. Пусть будет социализм, только было бы тихо. Спасите вы меня от этого непокою. Спасите вы меня от этой тяжести на душе. А в протокол занесите. Занесите, что я явился сам. Сам по доброй воле. Это хорошо, что сам. Это хорошо. Нам ведь и впрямь друг от друга деваться некуда. Только вы вот что, собаки Савельич. Не бойтесь вы ничего, а? Ну чем я вас опять испугал? Микола Кузьмич, это кто? Христа! Микола Гурич, товарищ Кулич, я согласен, это, конечно, не для протокола, но как отца вы должны были со мной первым... Ах ты, старый хрыч! Своими руками дочь в постель подложил! Ты что? Нет! Я сама себя подложила! Зачем? Я хотела, чтобы он меня... Что? Что? Национализировал, да, вот что! Да, если вам приспичило кого-нибудь национализировать, так сделайте это со мной. Я вас как мать прошу. Да что ж вы... Ой, маменька у нас такая трагическая мученица, такая мученическая трагичница. За кого меня принимаете? Я литератор. Понимаете, литератор! Тарас Григорьевич Шевченко тоже был литератор, а в Грамчика не служил. Да не Грамчика, а Грам-М! М, а не Н! Грамчика – это чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. И занимается она только просвещением. Просвещением народа, понимаете? Хватит, хватит врать. Знаем мы ваше просвещение. Лозунги-то призывы, а на поверку жишь. Только и знаете, что на чужое добро зарится, да мучит ни в чем не повинных людей. Замолчи, а то он тебя расстреляет. Стреляй! Стреляй, сволочь! Поставь меня к стенке, чтоб я больше не мучился, чтоб тебя больше не видел. Дурень! Я же ничего не понял. Я же помочь. Я же помочь вам хочу. Вот и опять врешь. Врешь, заступник непрошенный, то не я, дурень, а ты. И вера ваша дурацкая. Ну зачем вы здесь? Кто вас просил революцию устраивать? Я просил. Или баба моя просила? Просила, просила. И я просила, и ты просила. Все мы просили. Товарищ Кулич, устройте нам, пожалуйста, революцию. Я жить хочу. Жить вот здесь. Вот так, как я хочу. А не так, как ты хочешь. Молодец. Молодец, Савватий Савельич. Молодец, что собрался с духом. Да, наконец, сказал все, что думаешь. Вот теперь, может, и избавишься от страхов-то своих навсегда. И это как это навсегда? Микола Курич, товарищ, вы лишь имеете сострадание к отцу семейства. Мало ли что сморозить в сердцах. А и то, чтобы так уже вообще, не то, чтобы так уж просто непривычка к революции сказывается. Микола Курич, не привычка. Люди, рабская ваша кровь! Да живите вы как хотите, что у меня без вас дела нет?
Вот что, съеду я с квартиры. Немедленно съеду! Не-не-не! Вы наш гость согласно предписанию коммунхоза. Вы не имеете права. Для уточнения важных проблем должны вы ответить, ничего не тая. С товарищем стаканчиком ММ. Вы действительно кумовья? Но учтите, нужен четкий ответ. Да или нет? Да! Нет! Так нет или да? Нет! Да! Получается ерунда. Зачем это надо вам? Для чего? Для наведения порядка твердого. Вот тебе же пришла от него. Из центрального органа. Ультиматум. Гуски Саватию. В течение суток выметайся, проклятый куркуль, за пределы Солнечной системы. В противном случае жди возмездия с пролетарского Олимпа. Председатель Куку Нармахнар. Это же бред сумасшедшего. Бред, не бред, реагировать надо. Усилить посты, устроить засаду. Какую засаду? Вы это всерьез? А мы без себя порешаем вопрос. Заступитесь, Никола Дурич. Я скоро вернусь. Который гонит из собственного дома. Ермонадзе! Так вот, не изгоняйте ближнего своего, да не будете изгнаны сами, прощайте. Ермонадзе! А вы зачем пришли? Надругаться пришли? Я не пришел, я снизошел. Снизу шел? Дура! Сверху! Я снизошел! Ибо выход нашел. Какой выход, Пирамонач? Говорите, не тяните, ради бога, мне распродать. Впрочем, не найдется ли у вас корочки хлеба? Ой, любезный Пирамонач, для вас не только корочка хлеба, для вас петушок найдется. Шарман, в таком случае мы прощаем вашего неотесанного супруга. Мы возьмем его с собой. И это куда? На остров. На остров необитаемый, на остров блаженный, где нет ни революции, ни даже времени! Это где ж такой сохранился? В каких Палестинах? В нашинских Палестинах, в Херсонских, можно сказать, у нас, под носом!
страшно. Кстати, всем разрешается говорить господа. 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 А как мы его назовем? А я предлагаю Мадагаскар. Зачем Мадагаскар? Красиво. У нас уже есть один Магадан-Гаскар. Так тут Мадагаскар аж в Японии. А у нас, маманька, в Херсонской губернии не было пока еще никаких Мадагаскаров. Пьер Афанасьевич, признайтесь только честно, а вы думали обо мне, ну хоть немножечко? Немножечко думал. Правда? А я специально для вас выучил латинское изречение. Omni vincit amo. Любовь побеждает все. Сегодня, Тисенька, вы особенно поэтичны. Правда? За это я вас сегодня обязательно. Господа, давайте лучше что-нибудь крикнем. Да, господи. Давай. А что быть такое крик? Сразу все. Не надо. Не надо сразу всего. Давайте для начала на пробу крикнем. Маманька! Ого-го. Просто бедняга, выживший из ума. И что его бредовые доносы не стоит принимать всерьез. Никто вас не тронет, можете жить спокойно. А вы... как вы здесь оказались? Как обычно, а что? Значит... все это сон. Блаженный остров — сон. Вся жизнь — сон. Вся жизнь... кошмарные сновидения. За что ты мучаешь нас, мил человек? Опять все сначала. Да это не я вас мучаю! Это вы меня измучили! Ну что для вас еще придумать? Какой для вас еще выход найти? Никола Гурич, товарищ Кулич, спасибо тебе за старание, но выхода для нас не ищи. Нету для нас выхода. Господи. Господи.
нашей стране. Вешаться надумал. Давай, вешайся! Пусть публика смеется почти два действия, а потом ужаснется, как увидит, что Гуска и в самом деле жизни себя лишил. Давай, собаки, давай, вешайся! Ну, Маргаритка, летим! Летим в края лучезарные! Теперь твое учение для нас закон. Иди нас вперед, председатель Кугу. Теперь твое учение для нас закон. Мы пройдем сквозь кровавое марево. 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 Свиньи, товарищи, у нас не летают. Дорогие товарищи, возражения имеются против пьесы. Что вы себе позволяете? Что скажут наши враги? Если каждый, кому жить не хочется, полезет добровольно в петлю. Товарищи, особенно у нас, это бесценный дар. Ку-ку, ку-ку. Куришь, куришь. Жизнь у нас отменяется только по решению инстанций, вышестоящих, руководящих в Солнечной системе. Радуйтесь жизни, обновляйтесь, лечитесь бесплатно. Стройной колонной, сплоченной семьей, встаньте под знамена и идите. Дружно идите, глубже дышите нашим небывалым воздухом. Нармахнара, слова Нармахнара, исполняет хор и оркестр главного управления Куку имени Нармахнара. Художественный руководитель, трижды герой Солнечной системы, трижды лауреат подсолнечной премии, почетный солнечный зайчик космического пространства, товарищ Нармахнар. Yeah.
Искусство должно нести очищение. Нравственное. Нравственное прежде всего! Вот этот бред! Вот это вот искусство! Вы скажите, какое же это искусство? Национальное по форме, социалистическое по содержанию. Что же вы его слушаете? Это же Малахий! Малахий Минович Стаканчик! В проклятом прошлом письмоносец! А ныне просто сумасшедший! Какой еще Стаканчик? Вы сами сумасшедший! Гражданин Кулиш! 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 Гражданин Кулиш, оставьте этот фарс! Признайте ошибочность своей платформы! Признайте ошибочность своей платформы! Малахий, чучело гороховое! Я тебя сочинил, я тебя и вычеркну! Попробуй вычеркни! Никак нельзя! Ради нашей сплоченности исключим тебя из рядов! Оторвем собачью голову, чтоб не лаял! Чтоб не лаял, чтоб не лаял, ты из подворотни пособник империализма, агент японско-турецкой разведки, эсер, меньшевик, монархист и троцкист. Люди — это враг народа, люди — это враг народа. Спектакль окончен. Ваших персонажей больше не существует. Они существуют! Они существуют! Они свидетели мои! Они подтвердят, что я невиновен! Пустенька! Thank you.